Доброго времени суток, с вами я, Борис Комаров, и в сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с реферальной программой компании BitGood. Что это за компания, я уже делал несколько недель назад подробнейший обзор, поэтому если вы еще не смотрели, то переходите по ссылке, которую вы видите прямо сейчас на экране, и посмотрите его. Сейчас я хочу лишь поговорить о той возможности, которую нам предоставляет компания для заработка с помощью реферальной программы. Для этого мы должны зарегистрироваться на сайте affiliatesbitgood.com. Ссылка на данный сайт будет прямо под данным роликом. После того, как вы перейдете на него, вам нужно нажать на Affiliate Sign Up, то есть создать аккаунт, если у вас его еще, конечно же, нету. Давайте я нажму вместе с вами. Нам будет предложено заполнить базовые поля здесь, то есть адрес, имя и так далее, как обычно. Создать пароль и после этого нажать на кнопочку Sign Up. Сразу предупреждаю, что вам не сразу придет доступ к ваш кабинет рабочий. Поэтому наберитесь терпения и если что-то моментально не приходит, то значит ваш аккаунт находится на рассмотрении. И теперь я смогу уже зайти в свой кабинет и продемонстрировать вам те преимущества, которые дает нам для заработка компания BitGold. Итак, у меня уже есть email и пароль. Я просто вхожу в кабинет и давайте посмотрим, что у нас есть в кабинете участника реферальной программы. У нас есть на главной странице общая сводка. Она состоит из количества кликов за все время, конверсий. Вы можете видеть, что из 20 кликов у меня есть ссылки на YouTube, есть баннеры на сайтах. То есть, в принципе, мои реферальные ссылки, они раскиданы в интернете в достаточном количестве. Но сейчас не об этом, давайте вернемся к кабинету. Так, у нас вывод денег из реферальной программы начинается от 100 долларов. То есть, сейчас у меня на счете 28 долларов 25 центов, то есть мне нужно еще 72 доллара с копейками для того, чтобы я смог поставить деньги на вывод. За регистрацию для разных стран, это очень важно, сейчас слушайте внимательно, для разных стран дает разное вознаграждение система. Конкретно для каких стран сколько будет вознаграждение за регистрацию полную в компании BitGold, я приведу прямо под данным видеоролик. То есть находите свою страну или тот рынок, на который вы нацелены для работы и примерно рассчитывайте, сколько вы можете зарабатывать, рекламируя свою реферальную ссылку в той или иной стране. То есть такой у нас географически таргетированный будет трафик. Далее. У нас, в принципе, есть слева меню. Особо здесь ничего важного нам для работы нет. Особо важного ничего нет, за исключением, возможно, вот здесь в Tools, если мы перейдем, давайте посмотрим мобильное приложение, которое можно скачать для разных платформ, для Android и для Apple. Здесь есть подробнейшая инструкция, как это сделать. Скачивайте специальную программу Has Offers. Далее сканируйте QR-код. QR-код можно сканировать, нажать на вот это вот поле «Зарегистрировать новое устройство». Сканируйте его, и у вас синхронизируется с вашим кабинетом на смартфоне. То есть вы можете управлять процессом со своего телефона. Это, в принципе, то полезное, что у нас есть в меню слева. Далее все остальное. Реферальный репорт, conversion репорт. Вы это все сами изучите. В рамках данного обзора я это рассматривать не буду. Также есть контакты менеджера вашего, телефон и почта. Если что-то непонятно, то пишите. Так, давайте вернемся на главную панель. И теперь перейдем вот в эту, по этой ссылке Completed Account Registration. Здесь есть тоже важная информация. Смотрите, у нас в компании BitGold, если я сейчас зайду в свой кабинет в компании, я просто хочу дать вам понять, в чем различие. Итак, я захожу в рабочий кабинет самой компании и смотрите, у нас есть реферальная программа внутри кабинета,
Здесь различаются вознаграждения. То есть, если мы нажимаем вот на сердечко «Пригласить друзей», мы можем видеть, что за каждую регистрацию компания предлагает нам 93 цента или эквивалент 0,025 грамма в золоте. И у нас есть здесь реферальная ссылка. Она выглядит вот так. Ну и, в общем, к чему я хотел бы подвести. К тому, что вознаграждение за прямое приглашение по своей реферальной ссылке из кабинета, оно отличается от вознаграждения в реферальной программе. Потому что здесь, в реферальной программе, мы можем получать гораздо больше, чем получаем за прямое приглашение по своей реферальной ссылке, которая есть в кабинете. Но имейте в виду, что зарегистрировавшись на сайте affiliatesbitcoin.com, вы можете больше зарабатывать за приглашение рефералов, нежели по прямой ссылке из аккаунта. Далее, как это сделать? У нас есть tracking link, то есть ссылка для приглашения. Вот в таком виде, который она сейчас, она у меня не работала ни в баннерах, ни просто по прямому переходу. Поэтому что я делаю? Я нажимаю на вот эту галочку Generate Tiny URL, то есть сделать короткий URL. И смотрите, ссылка преобразуется в такую приятную короткую форму. Вот если по этой ссылке переходить, то тогда все работает нормально, то есть переходы засчитываются. Если переходить по вот этой ссылке, длинной, то почему-то переходы не считаются. С чем это связано, тоже я не знаю, но я рекомендую вам, конечно же, не пропустить этот момент и сделать короткую ссылку для приглашения. Так, что у нас есть дальше? У нас есть дальше баннеры. Смотрите, подбираете под свой блог, сайт, если у вас, конечно же, есть нужный размер. Допустим, у меня на канале, на сайте «Криптоденьги» уже вставлен один баннер, виджет справа. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот такой вот BitGold. Смотрите, если я навожу, внизу появляется ссылка, как раз укороченная. То есть, если я сейчас перейду, вот, перешел, возвращаемся, смотрим клики, и клики у нас меняются. То есть, количество кликов увеличивается. Надеюсь, это понятно. А далее, не обращайте внимания, если вы замечаете во время тестирования, что клики сразу не засчитываются. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы клики здесь начали отображаться. То есть моментально при переходе по реферальной вашей ссылке вы не сможете увидеть эти изменения. Далее, давайте вернемся теперь обратно сюда и посмотрим, что у нас здесь есть по баннерам. Итак, как ставить баннер? Ну, я думаю, если у вас есть свои сайты, то, в принципе, проблемы не будет. Вам нужно нажать на Get Code и вот этот код скопировать и вставить на свой блог. Как это сделать, я думаю, вы разберетесь. Это достаточно примитивная задача. Ну и здесь, в принципе, у нас все, что я хотел рассказать. Главный момент — это вот эта вот, конечно же, ссылочка короткая, которую нужно использовать для приглашения. Теперь давайте вернемся. У нас дашборд. И как раз вот это сообщение, которое я буквально сегодня получил, изменения в выплате. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Да, вот у нас написано, что изменено с $11.75 на $5.50 за конверсию, за регистрацию. С чем это связано? Это связано, конечно же, со странами, как я уже сказал. Вот этот текст будет прямо под роликом. Соответственно, доходы у каждого будут разные. То есть, в зависимости, в какой стране вы приглашаете людей, допустим, максимально, если вы работаете на Канаду, Великобританию, США, Германию, Австралию, Нидерланды или Швейцарию, то вы будете получать аж 35 канадских долларов за приглашение. Ну а для тех, кто живет на территории СНГ, скорее всего, мои зрители проживают именно в данной части света, то давайте посчитаем, допустим, если мы будем приглашать 20 рефералов в месяц. Ну, конечно,
Это не такая простая задача для каждого человека, но для тех, у кого есть свои ресурсы, подписчики, каналы или блоги. В принципе, 20 человек в месяц – это будет хороший, достижимый результат. Давайте возьмем $5.50 и умножим на 20 человек регистрации BitGold в месяц. $110. Конечно же, когда вы зарегистрируетесь в этой программе реферальной, то вам тоже дадут $5.50, если это будет из СНГ регистрация. Ну, хотя бы давайте прикинем, что люди, которые не особо владеют искусством приглашения, не имеют ресурсов для этого, будут приглашать в 2 раза меньше, то есть по 10 участников в месяц. Делим на 2, получаем $55. В месяц $55 за 10 приглашений. Я смею заметить, на своем опыте я не часто встречаю такие щедрые реферальные программы с таким вознаграждением, которые позволяли зарабатывать столько на таких небольших количествах приглашенных. Поэтому, собственно говоря, я и делаю обзор на реферальную программу BitGold и показываю вам, как вы можете зарабатывать здесь достаточно пассивно довольно хорошие деньги. Ну, на этом, в принципе, тогда подведем итоги. Ссылки на реферальную программу и на сам сайт BitGold я оставлю под роликом. Создавайте аккаунты и там, и там. Для участия в реферальной программе не обязательно быть клиентом компании. Не обязательно. Но все же, тем не менее, если вы что-то предлагаете, рекламируете другим людям, то желательно самому, конечно, этим пользоваться, я так считаю. Далее, каждый участник, исходя из своих каких-то стратегий, может определить для себя месячный заработок. У кого-то это будет $50, у кого-то может быть и 250. Все зависит от того, в каких странах вы будете рекламировать компанию BitGold. На этом у меня все. Пользуйтесь реферальной программой BitGold. Что непонятно, оставляйте комментарии под видео. Если данная тема была вам полезна, вы для себя открыли что-то новое, ставьте лайк. До встречи в следующих видео.